Друзья, я знаю, что вы у меня такие же добрые и дружелюбные, как персонажи Enchantimals. И сегодня у нас на распаковке лягушка-квакушка, она привлекла меня своим ярким образом. И мышка-нарушка, прям сестричка для Mouse the King. У меня даже сохранились чеки с покупки, ведь этих куколок я приобрел за свои деньги для коррекции. В комплекте с каждой куколкой прилагается ее милый питомец, и у Тамики это древесная лягушка. Собственно, ее она и олицетворяет. На коробке есть милые ушки Animals, а также ниже арт и логотип Enchantimals. Ой, как же вместе они хорошо смотрятся. Enchantimals — это продукция Mattel, и они до сих пор выпускают новые серии. Например, наша лягушечка из серии Junglewood, Мадагаскар. А еще я видел фотографии новых кукол в интернете, и скоро выйдет мальчик-петух и кошечка. Видимо, они из деревенской серии. Несмотря на то, что куклы детские, арты у них просто очаровательные. Маленький мышонок Фондю кормит свою хозяйку сыром. О! Пи-пи-пи! Я люблю сыр! Друзья, вы даже можете заметить, что фон кукол отличается, ведь они из разных серий. Наша лягушка гуляет в джунглях, свисают зеленые лианы, а полевая мышка гуляет в сказочном лесу Enchantimals. Давайте их поскорее откроем. Упаковка у кукол очень простая. Берегись, мышка, я сейчас тебя скормлю своей кошке Стерри. Кстати, теперь куколки Enchantimals находятся в Бристоле. О, и почему же я решил приобрести именно мышку? Ведь выбор у меня стоял между коровой и сердцеедкой. Так потому что в моей коллекции есть Mouse the King из серии Буйорк Буйорк. Мне кажется, они смотрятся как сестрички. Но главное отличие — это их хвосты. У Mouse the King он лысый, так как она дочь крысиного короля. А вот Маула — это милая маленькая мышка с пухленьким хвостом. А вот и наша семейка мышек. А вот круглые ушки на макушке у девочек схожи. И я заметил, что у Маулы сзади есть промолдированная шерсть. Вот это детализация для детской куклы. Образ нашей мышки дополняет розовый воротничок. Он такой же пушистый, как чубчик питомца. Прошивка у куколки довольно хорошая, и мне нравится этот фиолетовый цвет. Кстати, ушки не снимаются, но зато проворачиваются. А еще меня немного смущает ее черные ушки. Усики, они прям как у кошки, а глаза зеленые. Сапожечки темно-синие и тоже промолдированы под шерстку. Я снял ботинок и увидел промолдированные пальчики, так мило. Практически все девчонки Enchantimals носят топики с бантиками и девчачьи пестрые юбки, которые, кстати, снимаются. И мы видим розовый купальничек. Материалы не очень качественные, так как это не фэшн-кукла и вообще не особо дорогая. Кстати, у куклы целых 4 уха, чтобы слышать, крадется ли к ней кошка. Эй, Маула, поиграем в кошки-мышки. Чур я вода. Также хочу для сравнения показать вам личика крыски и мышки. У Маусидас усики побриты и выпирают 2 передних зубика. Маусы, я унюхала кошку. Бежим! Пока Маула и Маусидас убегают от моей кошки, мы откроем лягушку из Мадагаскара. Теперь куколкам Enchantimals прилагается плакат или вкладыш. Давайте развернем. А, это вкладыш со всеми персонажами, прям как у LOL Surprise. И посмотрите, какие красивые арты девочек, которые любят сказочную природу, и своих друзей-зверушек. Это что, аллигатор-стоматолог, бегемотик и белый тигр? А где промо-фото куколок, можно отметить, кто у вас уже есть в коллекции. Коллекция Junglewood мне понравилась больше всего, а еще она пополнится кафешкой и попугайчика. Отметим нашу новенькую мышку. Я не показывал вам ее в своих обзорах, но у меня есть Катя, слон, леопард, Хиксби. На Новый год свиньи я распаковывал свинюшку. И лягушка-квакушка, которую мы сейчас откроем. Друзья, пока я вам показывал вкладыш, ядовитая древесная лягушка сбежала! Привет! Она сзади! Эта лягушка ядовитая, дотронется до кожи, умрешь! Я плачу. Плохая лягушечка. А, ядовитая лягушка, помогите! Ну же, поцелуй меня, я стану принцессой! Не хочу я тебя целовать, у меня бородавки появятся! Ну давай хотя бы обнимемся, я же красивая! О, перчатки-то свои ядовитые сними! Ой, то!
Точно! А ну иди ко мне, Хиггсби! Сейчас я тебя сама поцелую. Эй, хватит! Эй, жаба, убирайся в свое болото! Хиггсби мой парень! Чита, она сама на меня набросилась! Жаба! Рягушечка своими голубыми волосами, зелеными прядями, ярким нарядом и необычными очками напоминает мне певицу Билли Айриш. Да, такая маленькая Билли. Девчонку зовут Тамика Квакушка, и ее питомец древесная лягушка по имени Бурст. Да, у них очень экзотичные имена. Под очками пестрый макияж и яркие красные глаза. На куколке одета белая юбочка с тропическими кувшинками и цветочками, прям как у меня. На оранжевом ободке и розовых баретках тоже есть кувшинки. Кстати, благодаря держателям на спинке питомцев девочки крепко держат своих любимцев. Я тоже тебя люблю. Или ты не это сказала? Напишите в комментарии, а у вас есть домашние любимцы? Подписывайтесь на мой канал. Ой, не подписывается. А, так эта кнопка не настоящая. Вот там под видео кликайте. И чтобы подписка была оформлена, вы должны на нее нажать. И сегодня мы пополнили мою коллекцию Enchantimals. Я так рад. Любите природу и своих домашних любимцев. С вами был Бига. Всем пока. I'm a bad guy. Quack!